Добрый день. Здравствуйте. Сегодня снова у нас Виктория в гостях. И вот она в таком платье. Для чего показываю вам это платье? Я это платье показываю вам не для того, чтобы вы поняли, какое у Виктории платье, а для того, чтобы вы поняли, что наши возможности безграничны. Ну, мы привыкли как на рельефчике разрезать, тут отрезать, еще что-то. Но здесь абсолютно невообразимо разрезано платье. И мы вам сейчас подробно расскажем. Смотрите. Во-первых, опять в рукаве есть вот такой разрезик впереди. Он открывается во время движения и не стягивает спину. Вот подняли, вот тут рукавчик у нас раскрылся, тут никакого нету вот такого напряжения. Из-под груди у нас как бы вот такой воротник на одну сторону. Он, видите, как под грудью лежит, вот. Ну, может быть, вот так на ладонь, вот выше талии. Вот такой угол. Он уходит. Асимметричный вырез. Здесь тоже асимметричный вырез. Вырез пошел вот сюда. Видите, куда пошел асимметричный вырез? И наш вот этот воротник вот здесь заканчивается. Он с одной стороны и лежит вот здесь углом. Здесь подрез, здесь подрез, здесь два подреза и здесь косой подрез, который вот от воротника пошел вот сюда к талии. Вот он к талии ушел. Теперь буду показывать вперед, переднюю часть платья. От конца воротника тоже пошел вниз подрез на бедро. Сзади его нет в этом месте, только вот. Здесь бачок отрезной. Здесь, ну вот пальца 4, вот ниже проймы, вот такой подрез начинается через раз, чуть-чуть ушел за центр, вот сантиметров на 6, и ушел вниз вот таким хвостиком. И у нас вот это вот тоже, если это у нас можно назвать воротником, а это назвать можно низом живота. Вот такая вот деталь отлетная, которая вшита специально сюда. Видите, как она вот тут вот скрадывает? Абсолютная асимметрия платья. Ну и, конечно, оно такое свободновато, не надо его пытаться прямо вот так вот всадить, 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 и все на вид, пока оно такое вот широковатенько немножко. Но что хочу сказать, очень комфортно себя Виктория в нем чувствует. Вот такое платье получилось, которое я могу и навстречу надеть, и вот даже с кедами я смогу в выходной день там пробежаться куда-то по своим личным делам. Если туфельки со стразами надеваю и чуть-чуть другие аксессуары, уже я выгляжу как... Приличная женщина. Приличная женщина, да. Просьба нам ничего не писать про то, что тапочки не подходят к платью, потому что просто человек к нам пришел, мы попросили одеть черное платье и показали. Может быть, она и оденет эти платья с тапочками, но с другими, может быть, с какими-то темненькими. Это одето к другому наряду. Но просто мы вам решили показать вот это платье. Еще раз показываю рукав. Шов на рукаве не по центру, а немножко впереди. И разрезик сантиметров 5. И вот такая мелочь, мелочь, мелочь дает свободу движения дополнительно. То есть человек руку поднял, вот тут открылось немножечко и все. Следующие, какие мы будем для Виктории делать изобретения в крое, мы вам все будем показывать. Как бы древняя мудрость гласит, по одежке встречают, по уму провожают. Но все-таки помните, по одежке встречают. Первое ваше впечатление, когда вы где-то оказываетесь в первый раз, на вас вот так посмотрели, оценили и составили о вас уже мнение. Вы даже рта еще не открыли. Еще даже никто не понял, какие вы умные. А мнение уже составлено. Поэтому давайте стараться выглядеть, ну, как-то более-менее прилично все-таки. Делать вид, якобы мы тоже приличные люди. Интеллект и успешность должны просвечиваться не только в глазах, но и во внешнем виде. Вот в одежде, как минимум, одежда должна быть интеллектуальной. Я хочу сказать, что тема черного платья, как бы в гардеробе обязательно должно быть черное платье. Но когда такая нестандартная фигура, ну как-то не получается одеть вот такое ровное, абсолютно по фигурке платье. Конечно, это будет ужас какой-то, потому что как бы когда фигура идеальная, изящная, там модельная внешность, можно одеть в облипочку такое платьице, просто ровненько к нему хорошие бусы, аксессуары, шикарные туфли, и ты шикарно выглядишь. А когда тут везде излишества во все стороны, как бы нужно выбирать такие модели, чтобы ну что-то немножко завуалировать. У нас это называется отвлекающие маневры. Вы знаете, в этом платье вот отвлекающий маневр. Раз тут немножечко, а вот этот совсем отвлекающий маневр. Животик так плавно переходит в такой отвлекающий маневр, и даже оно и непонятно, где животик. Что нам и нужно. Всего хорошего. С вами были мы. Пауштина Михайловна. Виктория Копылова. Ястребов Алексей. До свидания.